Возле торгового центра «Бобровский» сегодня было необычно оживленно. Министерство по чрезвычайным ситуациям инициировало 22 сентября проведение в республике единого дня безопасности. В Мозыре проект реализовали креативно. Несмотря на нелетную погоду, субъекты профилактики организовали многочисленные интерактивные площадки, цель которых – привлечь внимание к вопросам безопасности. Санитарные врачи продвигали в массы гигиену, профилактику заболеваний системы кровообращения, учили правильно мыть руки. На сегодняшнем мероприятии мы озвучиваем вопросы. Первое – это, конечно же, вакцинация. Это единственный надежный способ защиты от коронавирусной инфекции. Также у нас присутствуют мои коллеги, которые также говорят о профилактике болезней системы кровообращения. Это из неинфекционных заболеваний. Первое, да, лидирующее заболевание – это болезнь системы кровообращения. Профилактика очень важна. Измерять можно давление и смотреть за его уровнем для дальнейших действий. Да, обращаться к терапевту, если у вас повышенное давление. Мозыряне поддержали безопасную инициативу, активно измеряли давление, считали количество микробов на руках. В числе главных активистов – представители золотого возраста, подопечные территориального центра социального обслуживания населения. Вы знаете, я уже участвовала в том году, в августе месяце. Сразу тут у центра у нас проходили конкурс, потом отправили на Гомель. В Гомеле мы заняли второе место. И «Мудрость, опыт, безопасность» нас первый республиканский конкурс вызвали в Минск. В Минске мы заняли второе место. Очень хорошо за то, что они нас приглашают везде. Мы посещаем, с удовольствием к нам приходят, рассказывают обо всем. Это нам, старикам, очень интересно. Мы все довольны этим, что к нам пожарники приходят в социальный центр. Мы всегда их внимательно слушаем, отвечаем на вопросы, и они отвечают на наши вопросы. Спасибо большое. На мероприятии себе занятия нашли, как говорится, и стар, и млад. Я пришел с папой и с дедом. У меня появилось сколько на руках микробов, и меня научили, как мыть руки. В акции по пропаганде безопасности приняли участие санстанция «Мозырьгаз». У спасателей вообще готовая яркая интерактивная площадка, с которой они успешно гастролируют по общегородским мероприятиям. И эта площадка всегда пользуется популярностью. Яркие буклеты, массивная техника, а еще в спецоборудование можно зайти в наполненную дымом палатку и почувствовать себя настоящим пожарным. Свою лепту в пропаганду безопасности внесли и представители Мозырского отдела ГАИ. 22 сентября проходит единый день безопасности. В настоящий момент в данной профилактическом мероприятии участвуют все субъекты профилактики, в том числе и автомобильная инспекция. Автомобильная инспекция хочет вам напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности на проезжей части и не только с наступлением погодных условий. Необходимо соблюдать скоростной режим в темное время суток, о необходимости ношения световозвращающих элементов. Нынешний единый день безопасности совпал со Всемирным днем без автомобиля, поэтому экологи тоже стали активными участниками акции. Призвали мозырян отказаться от авто хотя бы на один день во благо планеты. Республика Беларусь ежегодно поддерживает акцию «Всемирный день без автомобиля», которая проводится 22 сентября. Тема акции в текущем году – «Беларусь за чистый воздух». Каждый год акция посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта, загрязнения атмосферного воздуха. Задача акции – обратить внимание людей на проблемы передвижения в городе. Планировка улиц и кварталов, особенно в центре города, просто не рассчитана на то количество людей и транспорта, которые сейчас мы там видим каждый день. Лучший способ отметить Всемирный день без автомобиля – это просто не использовать своим автотранспортом и отдать предпочтение пешему передвижению или велосипеду. Если у вас есть скейтборд или электросамокат, используйте его. Или же просто воспользуйтесь общественным транспортом. Это будет ваш личный вклад в сохранение благоприятной окружающей среды для нашего района. А тем, кто все-таки не смог отказаться от использования личного автомобиля, экологи предлагали поучаствовать в абсолютно безвозмездной и, кстати, что важно, без штрафов акции и измерить выбросы СО, СН и дымности у своего транспортного средства.
Ехал мимо, смотрю, акция. Это интересно, когда проводят такие вот интересные моменты для людей, плюс еще бесплатно. Вы знаете, мы не то, что любим халяву, но проехать и проверить – это хорошо. Машину приобрел недавно, за ней слежу, убираюсь, катаю ребенка в детский садик, вот, работаю ремесленником. И, честно, я был приятно удивлен, что мне девушки ваши сказали, что машина в таком хорошем состоянии. Вот, так что я за экологию, никогда не мусорю. Ну и очень рад, что вы даже спрашиваете меня на таких вещах. Акция протяженностью в несколько часов охватила десятки мазырян. Проведение подобных мероприятий, где затрагиваются вопросы безопасной жизнедеятельности, продолжится. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».